маленькие Севильи обратились к нам за помощью. Мы узнали ее историю болезни, вообще ее историю, и решили помочь этой благотворительной организации, и занимаемся этим. Отказать. Я всегда принимаю участие в таких благотворительных концертах. И это очень хорошая вещь, помогать нуждающимся, больным, детям, взрослым. А также это хорошая возможность встретиться нам, всем артистам. Это нас сплочает. Я, конечно, не осталась в стороне. Приехала, поддержала. И я желаю ей искреннего выздоровления. И всего-всего хорошего. Более хорошие концертлер меня учил пек моим. Чунки бу биринчи тарафы бу мединет, тарафы екинчи тарафы бу албетте ки хайри. Чунки эсас максады бу хайри, яни инсанларга ярдым этмек үчүн. Ончун бойле концертлерди иштирак этмее, ну биздер үчүн пек муим ве керекли шей. Я сам не местный, хотя слов не понимаю, но смысл понял, что и очень радует, что люди так в трудную минуту вот, могут собраться, объединиться, помочь человеку. Прекрасная черта. Біздің халқымыз бек талантлы, бек бізер концерт олды, бек ғұрланам. Ана бұл қаста қысшықада ярдым олды, бек бізел. Очень хорошее впечатление. И, естественно, первая цель – благотворительность. Благотворительный концерт, помощь Севильи. Мы надеемся, что наша маленькая частичка добра поможет ей.